систематическое употребление жирных сортов рыбы способно оказать крайне благоприятное влияние на развитие и лечение онкологических заболеваний. Ольга Шестакова рассказывает. Представляете, для россиян, которые с хлеба на квас перебиваются, им, оказывается, нужно регулярно есть рыбу. Возможность есть рыбу у россиян меньше, чем у древних греков. Помните, там в Древней Греции мясо не стоило ничего, а рыба стоила очень серьезных денег. Вот так и здесь сейчас. Почему? Потому что полностью вся рыба под Путиным. Ну, вся Россия под Путиным. Но рыбу как-то он начал дербанить давно и серьезно. То есть, весь этот бизнес, как-то, видите, часть его отошла к Китаю. Ну, наверное, тоже не просто так, за какие-то денежки и так далее. И вот в результате Россия осталась без рыбы. Но врач рассказывает, как полезно есть рыбу. Это, помните, как вот в Южном парке, когда лечили, я все время пример привожу, лечили СПИД, да, делали вытяжку из 280, кажется, тысяч долларов. И тогда одна инъекция получалась от СПИДа. И там в Африке сидят больные СПИДом, вдруг мужик подъезжает на машине, кричит: берите все свои деньги, идите, значит, делайте вот эти, эту вакцину, значит, от СПИДа. Да, по 280 тысяч долларов в Африке. Ну, так и здесь. Экс-глава ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, Валерий Максименко отправлен в СИЗО до 25 января. Басманный суд арестовал бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Ну, там какое-то хищение. Понятно, что все везде похищают, сажают только тех, крыша у которых протекла немножко, да. Судя по последним событиям, сейчас будут рвать друг друга в клочья. 235-й гарнизонный военный суд продлил арест бывшему заместителю главы Генштаба Халилу Арсланову. Видите, много очень во всех этих генштабах, во всех этих структурах, которые носят форму, людей в последнее время присело. Присядет еще больше, и мы говорим, потому что идет дележка, да, уже слоненок маленький, на всех не хватает, поэтому, чтобы получать какой-то кусок, надо кого-то посадить, да, освободить кормушку. Подход к кормушке освободить. Госдума запретила продавать футболки с изображениями нацистских преступников. Прикольно. А вот если футболки с Навальным, там, с Мальцевым и так далее, они тоже запретят? Я думаю, что в ближайшее время. Чистый убыток Solers. Solers — это, оказывается, ведущая российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с лидерами мировой индустрии Ford, Mazda и Isuzu. Так вот, чистый убыток подскочил почти в 8 раз. Ну, иными словами, банкрот фирма. По данным Росстата, в Российской Федерации производство легковых автомобилей в январе-октябре уменьшилось на 22,5% и в целых единицах в годовом сопоставлении до 995 тысяч единиц. Solers — это у вас. А я даже не знал, что он Solers. Теперь вот буду знать. Да. Представляете, как здорово. Как я отстал от жизни. Ну, как бы ты УАЗ не назвал, он все равно будет УАЗом. Solers ты его назови или еще как. Туркменов оставят без печатных газет и журналов. Да, ну, в связи с тем, что интернет эгегей, поэтому журналы и газеты не надо печатать. И с 21 года не будут они выходить. Интернет полностью под контролем. Весело, да, то есть газет и бумажных нет, ничего нет, а в интернете все контролируется. Прекрасно.